В будущем, когда все станет прошлым, событие значения прояснится, и то, что было плохим и хорошим, уляжется на страницах. В настоящем последствия жизни, юности не очевидны, поэтому важно быть к детям ближе, обнажая мудрости и сердцевины. Им легко совершить ошибку на поводу современности взглядов, когда правда так зыбка и нет еще своих постулатов. Нет, не будьте горой ограждая, пеленою заметая пути, чтобы не было видно края, по которому трудно пройти. Будьте правдой от сердца, искренностью до слезы, чтобы этим хотелось согреться в минуты страшной грозы. Чтобы слышен был голос камертона чистой любви, и уверенность не раскололась от встречных и лобовых. Когда испытания снаряды будут слишком тяжелы, пусть они знают, что мы всегда рядом, если нужны.